Друзья и коллеги с Freedom, год в эфире – это, в общем-то, не так уж и много. Но, с другой стороны, это целая вечность. Потому что на протяжении этого года, каждый день, 24 часа в сутки, вы рассказываете всему миру правду о той страшной войне, которую Россия ведет против Украины. Вы рассказываете всему миру о мужестве и героизме украинского народа, наших вооруженных силах и о тех преступлениях, которые россияне совершают в Украине. И вы говорите всему миру, что эти преступления не будут безнаказанными, и виновные обязательно понесут наказание за все то, что они совершали на протяжении этого страшного, но героического года. Вы делаете очень нужную, важную и трудную работу. Пожалуйста, не останавливайтесь и только вперед. Freedom. Правда прорвется.